Первоуральск. Слово из 12 букв, 9 из которых покрашены желтой, бордовой и оранжевой краской. В черном цвете то, что, видимо, необходимо угадать. Так сегодня выглядит обновленная стела на въезде в город. Креативному оформлению сооружение обязано, судя по всему, человеку, который раскрашивал и ряд других зданий в Первоуральске. Заводские, проходные, образовательный центр и даже школу. Только вот к этому преображению многие уже отнеслись скептически. Дизайнеры говорят, название населенного пункта превратили в ребус. Сейчас у нас получается, что получается «пе», «воу» или «бой» можно прочитать, «аль» и «к». То есть такая вот, такой ребус из «Поля чудес», из передачи такой. Вот, откройте слово, целиком хочется воскликнуть. К тому же каждый цвет несет в себе определенную смысловую нагрузку. И черный как раз в том числе символизирует ресурс, возможность, потенциал. То есть получается вот город-ресурс, что хотите со мной, то и делайте. Горожане, кто успел увидеть стелу в других, непривычных цветах, отмечают, что читается Первоуральск плохо. Будешь там угадывать, тот ли город, не этот. Я вот думаю так. Смешно. Почему? Ну, не знаю, показалось, как вот юмор какой-то. Но есть и те, кому новое оформление приглянулось. Сейчас даже вот ехали, сейчас машина там стоит, смотрим, люди фотографируются, селфи уже делают как бы. Многие смотрят, внимание обращают. Конечно, красиво стало, приятнее стало. Кому принадлежит инициатива перекрасить городской указатель, неизвестно. Главный архитектор Первоуральска пока никаких комментариев не дает. Но даже и без официальных заявлений весьма несложно отследить схожесть нового арт-объекта Первоуральска с корпоративным стилем городообразующего предприятия. Александр Перминов, Владимир Махмутов, Интера ТВ.